Когда я услышал эту фразу, весьма... Паша раздает фисты, ну да, звучит неплохо. Бэйн от Вега Сквадрон заходит, ну и Ехом... Что-то мне пока у Веги больше нравится, ну, потому что да. Этот шейкер, он реально уже подпортил Ситу Йовину для этой команды. Да опять начинаются эти китайские шейкеры, которые ничего не фармят, всю игру бегают бесполезными, но, скорее всего, это шейкер на хард, Левен, может быть, что и покажут. Рубиссимо нужен Ехомом. Они прям, думаю, захотят его взять. Или, на Рубике? Или Дизраптор бы неплохо зашел. Дизраптор получше, если выбирать между Рубиком но и Дизраптором. Но ты припоминаешь китайцев на Дизрапторе? Да, конечно, а что нет? А вот Ехомов я открываю страничку, и Дизрапторов не наблюдаю. Но это говоря. Не значит, что... Да, это вообще не наблюдаю. Это все-таки легкий герой. Равно и... как и Рубиков. Не наблюдаю. Ну ладно. Чем они играли, непонятно. Но Виктор Виверна ему наверняка играли. И, кстати, она здесь может появиться, все-таки Слардар. Как ни крути. Да. Виктор Виверна хороший герой против Слардара, но... Но там есть Бэйн получается... и Квин оф Пейн уже не так хороший. А как тогда они будут? Опять этих каких-то хардлейн-шейкеров да, или да, же да. Баланара? Да не, ну вряд ли это грустенько. Связка саппортов Найтсталкер-Баланар, правильно? О, это нормально, кстати, пацан. Абадон! Он же тут вообще кстати, тонул. Я давно просил да. Абадона против Бэйна, против Слардара. Да, вообще он бомба. Просто электрик. Бомба-герой. Шейкер и Абадон на Найтсталкере, если они начало как-то переживут и справятся с этим, то дальше вот будет вот шейкер круто. Опять все подгадил. Да, опять этот шейкер. Вот чтобы сразу Абадона взяли, мы бы уже их хвалили уже на протяжении полутора минут где-то. А они все испортили своим шейкером, поэтому минута молчания. Но вот. Они бы не взяли сразу Абадона, потому что Бэйна не было. И Артур забегает обратно. Откуда в ты знаешь? Аналитики. А может быть, они бы взяли Абадона, а там сразу же... Ну, сразу типа, же контрпик Бэйна. Да. Инфибл ему. А инфибл-то щитом не снимешь. Все. Да, все, закрыто. Посмотрите, у Андрея как-то погрустнело лицо после этого Абадона. Не так очень никто он. Не мешает взять Акса. Ну, и рубить его. Никто не мешает Пилить проиграть его. С Аксом. Ну, в общем, сейчас... Вообще, да, к 3 милишника и какой-нибудь ауешный стан уже Слардар есть. Можно кого-то припикнуть еще. Припикнуть. Чтобы вообще, китайцы припикнули от этого кстати, пика. Сейчас какой-то Абадон, Баланар на харду придут, и если Вега не усилит так, свою так и придут, линию, нужен всего, сильный будет герой. Больно. Это какой-нибудь Operation, например. Веге. Да. Да. На усиление трипл лейна. Или Вич-доктор. Вич-доктор, да. Против Абадона очень неприятен Вич-доктор, как любой АОЕ стан. Фиссура неприятна против Абадона, она отрезает, не дает дойти. Вот. Мне да. нравится играть на Абадоне, когда у врагов есть касочки. Очень сильно. Каски. Да так же, как и аппарат, честно говоря. Если Ехом дополнит свой пик каким-то таким агрессивным, что ли, это Винтер Виверна. Вот Винтер Виверна. Если Ехом дополнит свой пик каким-то агрессивным героем, я, конечно, боюсь говорить эти названия, но Пугна или что-то типа того, то у Веги могут быть проблемы. Ну, в общем, с Абадоном нужно куда-то идти. Ты не можешь просто с ним Фурион. Стоять. Возможно. Фурион, не, нет. Но им нужен качер. Фурион — это бесполезный качман. А вот Пугна — это не бесполезный кусман. Ну, вот качмен, Пугна, посмотри, да. Queen of Pain страдает просто. Бэйн страдает очень. Винтер Виверна страдает, кстати, тоже. Ну, Слардару пофиг, но и пофиг. От Пугны? Да, от Пугна. Пугна кайф. Пугна кайф, я тебе чё. Пугна реально но... кайф. Ну, и тогда как шейкер Пугна на топе, и вот это вот... Абадон Найтсталкер, ну типа того. Что-то вроде. Но тогда СФу тяжеловато, СФу нравится, когда его поддерживают. Но Абадон берет ТПшку на первые бабки, как это делают профессиональные как Абадоны. Как это в гайде было в моем. А в твоем гайде? Конечно. Хитрец. Там было. Вообще просто смотрите, как оно произойдет. Да, наверное, будет все-таки шейкер какой-нибудь хардлейн и Баланар с каким-то рейнджевым, ну или же с каким-то вообще любым кэрри будет на легкой. Потому что прилетит Виктор Виверна на Абадон, на СФ, да и Бэйн, может быть, как и ЕГЭ делали, прийти инфиблов покидать, чуть-чуть клопья дать, и потом она уже там, ну, нул, ботл придет к СФ, который там не третьего левела, и ботл не близко, и слушай, уже нечего ему будет делать. А что ты скажешь на то, что сетевая очень хорошо играет на СФ, и также он неплохо играет сейчас на легкой, потому что именно там стоит, и СФ может казаться на легкой, а в мид будет где-то другой герой, Вайпер, например. Да, а чё Вайпер? Ну, а чё нет? Не, Вайпер не дурственный. Ну кстати, я просто будет сказал парень. Первым попавшимся мне. Нет, а он действительно не дурственный. Голову героя. Кстати, забанили Сларка, я тоже подумал, что Ехомы могут его взять. Пусть это будет 4 милишника, но. Ага. А это китайские вот эти расклады.
Да, ну, то есть я, в принципе, думаю, что так оно и будет. Абадон где-то будет роумить, Шейкер на харде и два брата Акробата. Просто представьте какой-то сильный пуш минуте на 15, да, когда есть свои артефакты. Они просто бегут в 5 толстяков, и вот эти вот слардарчики с хвостиками должны как-то раскаятить или там застанить красиво, санициировать. Но Абадон же есть, который все это на корню контрит. Но быстрая мека от Ехом и просто быстрая урна, быстрые всякие жир-предметы, там, ну, да, барабаны. Там, акрила барабаны на луне, да, и луне. Пошли. Урна на Найтсталкере, да, Абадон. Да, дефиться будет ужасно. Поехали. Тяжело, потому что вообще скиллов на отпуш-то нет. Есть одна виверна, но одного там этого сплинтербласта не хватает. Нужно еще героя добирать, наверное, все-таки на то, чтобы обороняться. Ну и последний пик. 19 секунд остается у Сёмы, чтобы добрать... Пилу. Решающего героя. Тимберпила. Ну, кстати... Ну, а Паша на ней... Да, ну да. Играет. Нужен же кэрри. А раз кэрри, то это... Кто это кэрри Квапа? Оказалось, это кэрри Квапа. Ну, я не знаю, слушай. Что-то вот у Ехомов тут солидно смотрится. Если Ехомы запланировали примерно то, о чем мы говорим, типа пойти, то есть минуте на 15 в атаку, то мне кажется, что будет тяжело Веге. Но Вега-то мальчики, и на скилле мальчики. Они разрулят. Ну что же, начинаем смотреть за первой картой Веги против ребят из Ехоум. Надеемся, что наши победят, и передаем слово нашим комментаторам. Спасибо огромное, Вань, спасибо огромное студии аналитики. Мы с Рустамом врываемся на этот матч и будем наблюдать за первым матчем второго раунда сетки Нижний. Лузеров некрасиво просто говорить. Ну да, звучит как-то не очень. Лузеров. Какие они лузеры? Они победители все. Да, лузеры. Они уже на мейджоре. Ладно, они уже на мейджоре, но мы прекрасно знаем, что и для одной, и для второй команды топ-12, то есть то место, которое одна из них в итоге займет, это, конечно же, провал. Победа в этом матче гарантирует топ-8. Топ-8 это уже результат, в принципе, неплохой, но, конечно же, топ-12, ну, вы сами все прекрасно понимаете. Давайте смотреть игру. Ехоум начинает за Дайр, сетевая играет на Луне, Ланэм делает ТП на Абадоне, это делает в каждой игре, об этом должны прекрасно знать Вега Сквадрон. КК играет на Роме Найтсталкере, в миде у нас будет стоять старая курица, All Chicken на SF, ну и в сложной Eleven на Шейкере. Ну и Вега Сквадрон, играющий за Рейдиан, Торисем за Слеер суппорт Винтер Виверна, но Ван в миде на Топлар Ассасин, вторым суппортом будет Соло на Бейне, Мак пока отправляется на легкую линию на Слардаре и на топе там, где тоже бегает Queen of Pain от Паши. А вот это вот интересное решение, если они сейчас с Квапой пойдут в сложную, что им это даст? Это будет трипла в сложной, чтобы прогрессировать и загнобить какую-то луну, которые будут в поддержке с суппортами лишних. Это идея. Это, кстати, хорошая идея. Мы помним, что когда-то полгода назад у Virtus.pro это очень хорошо получился вот этот фокус против команды Secret. Мы помним, как они эту бедную луну Артизи загнали. Но там саппорты, скажем честно, точнее, один из саппортов совсем не помогал, который Shadow Shaman. И там было все плохо. Здесь, ну да, Абадон единственный, по сути, саппорт, потому что Баланар, понятное дело, он будет бегать и как-то там на линии помогать Луне, ну, сложновато ему будет. Ну, такой же и Найтсталкер, в принципе, тоже, и Абадон, ну, то есть они примерно одной роли, они будут бегать, хелповать где-то ближе к миде СФа, потому что нужны стаки вот эти бесконечные для СФа, чтобы он пофармил хорошо. Вот кто конкретно выйдет и Луне поможет, тут вообще большой вопрос. Складывается такое впечатление, что придется тоже свапаться линиями и хомом, потому что Луна вообще ничего не нафармит. Да, это будет действительно сложно. Ну и Соло начинает в миде, Соло, понятное дело, будет пытаться здесь мешать жить СФу, но КК тоже рядом, не хотят просто, вот просто так разрешать Соло здесь бегать, не хотят, чтобы Соло здесь выбегал, вешал инфиблы, еще какой-то ересью занимался, ну и мы видим и Абадон здесь, так что информацию сразу Соло дает, что скоро туда кто-то прибежит, но есть пару секунд, смотри, втроем просто в миде оказывается Вега, ну и вот то, о чем мы говорили, надо дать немножечко свободы на Уану, чтобы было попроще в начале. Начальный ботл, да, начальный левел, все в порядке. Ну, почему-то довольно такая интересная ситуация, даже если Бейн будет стоять и будет стоять Абадон позади СФа, все равно вот этот охотник шилд против Бейна не спасает. То есть инфибл будет висеть и постоянно будет довольно серьезно напрягать, поэтому не сказать, что Абадон тут решение абсолютно всех проблем. Нет, ну да, Абадон он помогает, но не то чтобы действительно от всего. А, как бы уходит сейчас Сёма на топ, уже там был Солыч, уже он немножечко похарасил
КК. Ну, пока Паша здесь пытается фармить. Паша Блинк на первом левеле был вынужден качать, потому что на него напали. Поэтому как-то похарасить сетевая здесь не получится. Даггер ему не засунешь под хвост, скажем так. Смотри, как эту луну просто отзонили. Просто отзонили. Стоит пятняшка по центавру, ничего не может сделать. Если грамотно здесь Паша будет держать свою линию вместе с Сёмой, то, в принципе, луна вообще не будет досчитывать скрипов. Вот единственное, что остается такими бимами добивать, да, что-то. Да. Одно дерево здесь Сёме осталось проесть, и будет у него вот такой вот проход. Это очень хорошо. Ой, Соло, ты что поставил? Соло, ты что поставил? Соло, ты куда зашел-то? Соло! Очень далеко. Пытается уйти. Очень далеко. Соло пытается уйти. Еще один удар по Соло. Достанет ли сетевая? Бимом прячется. Соло в лес. Нейтралом отдается. Соло, да, отдается все-таки Соло нейтралом. Как же опасно-то здесь было. Но проблемы также могут быть у Сёмы. Вот, и... смотри, да, тут до конца отпал. Будет бим, бим, да, будет бим, но это минус Сёма. Неужели First Blood? Да, это ай-яй-яй-яй-яй. Как неприятно-то, да, заставили Соло отдаться от нейтралов, да еще и Сёма погиб на ФБ. Прям вот минусы-минусы, и с той трипл-линии, которая, по идее, должна добить и уничтожать. Ну а как она будет гнобить? На первом левеле это пацаны, в принципе-то, бесполезны, ХП мало, и действительно, когда лезет на тебя Найтсталкер с Абадоном под апофикшилдами, это проблема. Ну, получилось именно так. Вообще, немножечко стоит поговорить также о нижней линии, где маг будет, конечно же, стоять и, по идее, фрифармить. Должно быть у него все замечательно. Помешать он Олдчикину, в принципе, тоже не может, точнее, вот Олд Элевену. Он там тоже зарабатывает свои деньги, но у мага должен быть выход довольно быстрый блинк-даггер, который он будет впоследствии реализовывать. Так что, в целом, линия из двух героев, которые, скажем так, в фарме будут... хороши. Да, ну, Eleven пока действует совсем супер качественно, прям 12 на 6 у него, у мага 9 на 3, смотри, еще и мага бьет. Смотри, какая у него раскачка. Eleven красавчик. Раскачка какая, что-то там и да, второй авторшок. Авторшок, отличное решение, в принципе, стоит один на один против милишника, почему бы и нет. Да, начало тяжелый маг. Что-то пытается придумать четвертый левел. Клэрити сбить хочется, потому что тотема действительно надоели уже. Фиссура прокачивала на Элевена, пытается мансовать до последнего. Маг таки сбивает наконец Клэрити. Ну, задача, в принципе, выполнена. Да, теперь нужно, чтобы Олд Элевен просто отошел. Тут пока все окей. Тотем 20 маны, нужно дальше ехать, бить и бить крипов, бить мага. И очень ему не весело. Но, правда, тут подставляется Элевен, так довольно серьезно. И маг тут ему неплохо так насовал по голове на топе. Может быть, опять какой-то экшен, но мы видим тут... пока боятся. Ну и взлетает Сёма, отойдут спокойно Ехомы, дождутся, конечно же, когда закончится у него Arctic Burn, и только тогда будут пытаться устраивать какие-то драки. Да, маг имеет возможность забрать Eleven, но Eleven уже прилетел в ботл, ботлом отпивается Eleven, и маг, вот здесь, конечно, не хватает немножечко башка, чтобы разочек прокнул, маг идет до конца за Элевеном, Eleven есть еще фиссуры, есть тотемы, аккуратно кайтит. Манцы вокруг дерева, просто весело получается. Тотем дал, опа, и можно убить, маг, хорош, все-таки он это сделал. Знаешь, тут такой был Mind Games на двух милишниках, кто кого как подстанет, ну и действительно играл с огнем, а Eleven, собственно, доигрался, маг зарабатывает фраг, а дальше маг будет проще, потому что быстрее он получит 6 левел, и, собственно, сможет под амплифаем, вы сами понимаете, что шейкер будет проседать очень сильно, отстану и так далее, на топе, Паша, проблемы в сайленсе, Паша, бим, Паша есть, конечно, Cold Embrace, есть слип, не знаю, зачем слип, ну, в принципе, проблемы тут у Ланема могут быть, Ланем забирает все-таки Пашу, Ланем, щит срабатывает, Ланем, неужели уйдет? Нет, Ланем погибает. Соло очень битый. Соло тоже должен умирать. Да ладно, Соло все-таки по таварам умирает. Кака добивает. Кака не отпускает. Делает даблкилл. Эти войды. Первый уровень прокачки, казалось бы, не так много дэмэджа наносит, но все равно лоу-хпшных персонажей добивает знатно. Бегает быстро. 2-0-1 уже старт у Кака просто замечательный. Четвертый уровень. Ну что, вся надежда на чипа. Ждем мага. Ждем, может быть, еще один фраг какой-то на Элевене. Мы идем... Пока маг никого не боится, и не боится он точно Элевена. Есть уже амплифай на Элевене. Смотри, побежал. Ах, не достал. Если бы достал, скорее всего, погибал бы там Элевен. Ну там, да, и Паша стоял. Они же хотели уже ворваться. Паша вот таким вот образом перемещается с одной линии в другую. Они делают свап лайнами. Хотели с ганглями. Проиграли триплу все-таки, и это плохо. No one в мидиа. Все очень хорошо. У No One 28 на 1 скрипстат. У Олд Чикина 22 на 5. Но мы понимаем, что Олд Чикин рано или поздно догонит, и будут ему еще вот здесь лет, да, его уже настакали, еще будут стакать, и, понятное дело, пойдет это дело, он фармит, здесь, понятное дело, лес никто не стакает для No One, может быть, потом настакают Ancient'ов, но пока, не, уже начинают стакать все мои Ancient'ов, как-то я пропустил этот момент. Это на первом уровне он стакнул сразу там, я понял. Когда перетягивался на топ. Ну, вообще, вот из-за того, что триплу проиграли на топе ребята из Vega Squadron, они развязали руки суппортом, следовательно, суппорты спокойно помогают сейчас СФ. Ой, а поймать ночью Бланара, поехал за ним маг, есть Amplify Damage,
станчик от мага, нет маны у мага на стан. Просто провожает он взглядом КК. Первый удар, второй стик, удар, стик есть, если что. Ну, КК в любом случае погибает. И неважно там, кто забрал этот фраг. Ну, Луну, надо что-то делать. Ой, там смотри, там темпларка, но Вантас дабл дэмджу, неплохо. Ланема пробил, пробивает. Теперь еще и сейп отлично переключил фокус, и это минус. Соло фраг от Ноуана, красава. И хорошо для Ихом, что один, как бы, да, потому что Ланем третий левел, если бы Ноуану немножко побольше наглости, я думаю, пошел бы он дальше. Там первый апофиг шилд, это, в принципе, небольшая проблема. Снизу есть ТП, снизу может быть что-то интересное, как она нижней линии, по-прежнему ночь. Напомню, по-прежнему ночь, и могут они тут постараться что-то придумать, все-таки есть ультимейт, у Шейкера есть второй афтершок, так что Пашу через Сайленс можно постараться забрать. Да, самое важное тянуться Сайленсом для КК, сейчас посмотрим, удастся ли это сделать. Нет, Паша держит дистанцию, Паша пока не подставляется, мы прекрасно должны понимать, ребята из Вега, что пока ночь... Бейн, проблемы, Бейн прячется, Шейкер отрезает, но не очень удобно, не очень удобно, есть тут же ТП, слип на Илевена, КК не будет его. А ТП отменили, ну окей, правильно или нет, тяжело судить, если честно. Маг на топе, Соленова пытается сетевая убить, понимает, что там есть клипс, и лучше не лезть, потому что... Клипс может его и приварить. На развороте, особенно по спринтам. Но вообще, довольно много таких тонких моментов. Ребята вот друг друга проверяют на прочность. Где-то столкновение один на один, где-то один против двоих. И пока чуть получше получится Вега Сквадрон. Несмотря на то, что даже проиграли на топе, а не триплу. Ну, по счету они ведут. 8 минут игры позади. Темпларка фармит просто великолепно. И эншентов, и все остальное. Соло фраг позволил получить очень хороший буст по левелу. Видимо, уже левел 8 имеется. Ну, проблем, но Ван не знает топовый нетворк. Посмотри, насколько он обходит СФ. А СФ, который фармил стаки, боже, разница между ними вставляет 1300 голды. Воу, вот это как-то слишком много снизу. Тем временем проблемы у Элевена. Еще один удар ему надо сделать. Элевен ультует. Элевен соло может убить, но нет, не добивает его Элевен. Паша прыгает. Паша, да ладно, на один удар. Паша проиграет эту драку. И соло тоже ее проиграет, скорее всего. Ай-яй-яй. Поверили в то, что смогут осилить ЕСа. И опять этот вот эффект снежного кома, где Папа там на топе немножко потерялась, не получила хороший левел, в итоге левел 5 только, скрим не добивает, дэмэджа не хватает, ну как это все вот ужасно выглядит. Насколько когда важны мелочи в доте, да. Просто важны мелочи в доте, и, как говорят, кто-то один может случайно свапнуть и побежать по Т4 Тавр и в итоге проиграть выигрышную игру. Точно так же и здесь можно просто где-то на топе недополучить экспы, и в итоге вот такой фактически даблкил отдать Шейкеру, сразу дать ему офигительный буст, потому что все у него было плохо, и внезапно становится все более-менее. Вот сейчас сетевая. Сетевая, надо установить, Паша залетает, хорошо, значит, есть интерскерс. И можно еще, чтобы он ультанул, добейте. Надо, чтобы ультанить, сетевая. Блин, вот если бы ультанул, еще ульт потратил, было бы круче. Но... Ну неплохо, ганк удался, все-таки Квапа перемещалась, но потом фраги приняла участие, в итоге один ассист появляется, левел 6, Соник Вейв появляется. Нетворк, конечно, по-прежнему ужасный, но старается не потеряться на этой карте, Паша. Да, по крайней мере, с Луной-то идут фактически наравне, да, и так что это нормально, побежали, пошел Сплинтер Бласт, как она, 200 дэмэджа-то влетает ему Сплинтер Бластом, очень неприятно, там Бласт какого-то уже третьего уровня, да, третьего уровня Бласт, ну и стоит здесь, конечно, Ланем, не знает об этом ребята из Веги, есть еще одно ТП, об этом и не знает, что Луна возвращается на линию, ну и Магу стоит, наверное, все-таки отсюда ретироваться. Да, ну и снизу опять Паша пошел на нижнюю линию, он уже всю карту, наверное, прошел, то есть единственное, где его не было, только на миду. Сейчас снизу есть возможность, в принципе, забрать ЕС, нужно быть аккуратнее. В прошлый раз они подставили довольно серьезно под него, но в этот раз есть Sonic Wave, то есть магического прокаста стало побольше. И плюс чистый добавился, так что вообще круто. Так. Да, ну Паша, вот дать ему надо немножечко здесь времени, наверное, чтобы он получил себе ПТ-шку, чтобы было у него ТП, и где-то он в какую-то драку подключился, дал хороший Sonic Wave, ну и после этого все будет, конечно, отлично. То есть, понятное дело, что Квапа первый пик, в первую очередь, чтобы не отдать сетеваю. Я был уверен, что для Ноуана будет этот Квапа до последнего момента, но вот решили сыграть все-таки с Темпларкой. Ну, может быть, правильное это решение. Ну, пока так смотришь на Темпларку, и ты понимаешь, что действительно решение-то хорошее. Метрил Хаммер один есть, и ведь до дезолятора не так много Темпларки нужно с таким темпом. Сема, там Паш просто умер, его Шейкер в соло убил. Ну, это беда. Это беда, по-другому это не назвать. Даже не было попытки, без так ультимейта, понимаю, забрать. Без ультимейта, без блинка, извините, Шейкер в соло убивает Пашу. Но это очень плохо, это прям невероятно плохо сейчас. Шейкер на третьем месте по нетворсу, ну как же так-то его отпидели-то, а? И Тауэр падает, и он забирает вышечку.
Да, ну все, что остается пока Веги, это вот надеяться на фарм Ноувана. Потом, впоследствии, купив дизолятор и блинкдаггер, можно попытаться уже какие-то киллы оформлять. Ну вот он, Илева, ну давай, Мак, ты можешь его убить. Стан, амплифай дэмэдж, башек не качал, Мак и... Соник Вейв, Паша отомстил, хорош. Вновь вниз, на ТП пришел, моментально среагировал, к магу подоспел. За всю боль еще, наверное. Просто за всю боль, действительно, с криками «иди сюда!» убивал своего оппонента. По деньгам Ехом ведут несколько копеек, буквально точно так же по XP Вега совсем чуть впереди. Да, один тавр забрали Ехом, так что, в принципе, это говорит о том, что экономика равна, и есть еще вышка в запасе в Веге. Все более-менее. Ну и No One, вот он, 11 минут 30 секунд понадобилось ему, чтобы купить дезолятор. Очень хороший тайминг на дезоль. Онуана, и теперь надо как-то постараться где-то драку какую-то навязать, потому что Тайтл сейчас бьет больно он, хочется, очень больно. Хочется смог проюзать и пойти кого-нибудь нарезать, но, правда, сейчас полил Онуан уже свой дизоль. Вот я вижу, Бейна смог есть, я вижу, Винтер Верна с Винтерскерсом готовы, ребята должны собраться вместе навестить кого-то. Два артыкнули, надо разбить центрик миди, слишком палевно его ставил Ланем. Там Миканс появился у Олчикина и продолжает он, кстати, лес фармить. Причем он уже довольно серьезно догоняет так темпларку. Все-таки фармить нейтрал действительно получше, как показывает практика. И отставание СФ от темпларки ставляет уже всего лишь 1000, было больше. Очень нужен даггер. Очень нужен даггер до 15 минуты Мару. Где-то его надо нарыть. Сейчас вот 1400 голды, еще 800 голды. Это не так уж и легко для Слардара. Надо на линии стоять очень долго, либо где-то в какую-то драку пойти. Но это такое. А, ПТ на ЕСе. Так. Ну, слушай, уверенные в себе ЕСы покупают ПТ, которые выигрывают из 10 игр 8 побед. Ну, ПТ на ЕСе... Блин, даггер у него скоро... ЕС, конечно, получается какой-то слишком хороший, учитывая, что в начале у него было все плохо, и в соло он умирал от мага. Ну, вы все знаете, да? Да, мы там все видели. Паша ему помог, скажем так. Да, вот вопрос только в том, удастся ли реализовать самый блинк-даггер. Тут будет зависеть от того, насколько хороший будет вижен у Вега Сквадрон, прочует ли они этот расклад. Потому что можно купить и на 11-й минуте блинк, и можно на 21-й, но все будет зависеть от того, как ты первый раз с ним ворвешься. Паша в смоке здесь стоит, ну и пытается в спину зайти и хомы, или что они делают, или они просто забрали тавр и пойдут дальше. Ну, ставится впечатление, что и хомы пока чувствуют себя хозяевами на этой карте, и тяжеловато пока Веге дается игра. Вот магу остается 300 голды до блинка, и маг, понятное дело, хочет эти деньги получить. Вот ему вот эту пачку крипов еще забрать бы, но уже страшно. И маг отправляется вниз, потому что снизу у нас экшен. Маг на спринте. Ой-ой-ой, маг, плохо сейчас все будет, Андрей, плохо сейчас все будет, маг. Есть Sonic Wave, но там есть мег, который еще до сих пор не был активирован. Финс Грип. Так, Ноубан может попробовать убить сейчас СФ, а? Ноубан Сайнс получает. Есть Винтерскерс. Замечательный, превосходный, лучший. Лучший на свете Винтерскерс. Ноубан начинает пробивать с руки. Есть на него слип. Пока старается его спасти. Пробивает Ланема. Cold Embrace пробивает снюков. Там же Eclipse сетевая. Тут дальше будут пробивать Винтер Виверну. Винтер Виверну никуда не уходит. Погоня пошла за соло. Идет до конца КК. Забирает свой. Да и Паша единственный, кто остался в живых у Века. Ай-яй-яй-яй. Казалось бы, вот он, Винтерскерс, надо только нанести критический урон, но Sonic Wave уже не было, а темпларка по всем сразу бить не может, тем более, когда находится под станами различными. Да, очень, понятное дело, рано умер Слардар, так и не дождался даггер Андрей, я въезжал пешком, понятное дело, получил стан, ну, не видел ничего, это абсолютно логично, а здесь Варту и Хомов стоял, все они четко знали, все они четко видели, до конца держал ультимейт сетевая, все очень правильно сделал, ну, сетевая доминант, и понемножку в Яшу выходит. Будет Сашу Яшу варить, я так понимаю. Такая ставая будет сильная луна, и очень неприятно это будет луна. Все-таки луну здесь, ну, пытались сдержать, но отпустили в итоге. Ну, вот эта вот драка, она помогла довольно много денег поднять. Мы помним, как совсем недавно луна шла по один над форсом Spin of Pain. Сейчас уже идет отставание клапы. И Стивай в чужих лесах хорошо тут остановился. Фармить дальше, все замечательно. Да, заняли карту сейчас парни из Ехомы, будут продолжать давить, выигрывают уже 4500 голды, 2000 экспы, и, в принципе, все у них неплохо. Опять-таки, знают они, что нет блинка у Слардара, даже если он сейчас появится. Ну, он-то появится, понятное дело. Главное сейчас в драку не встрять где-то. Ну да. До этого блинка. Макс забежал в мид, говорит, не деньги надо, и в итоге мы видим, что...
Слушай, это был самый быстрый дезолятор на Templar Assassin 6.85 патчи. Ну, мы видим, толку мало. Это дело, что он, ну, кажется, да, самый после... быстрый, но толку совсем мало. Вот Паша на топе сейчас забирает вышку, это первая вышка для Веги. А Ихому пошли забирать Рошана. И заберут его без проблем. А, блин, конечно, покупает тебе маг, хорошо. Вот Паша, конечно, своим айтем-билдом пока вообще никак не смотрится, понимает, что сейчас уже надежный билд, будет приобретать себе БКБ. А, только это самое БКБ поможет ему жить в следующих замесах, не помирать. В принципе, решение правильное, но денег нужно еще очень много. Ну вот теперь у Ихом есть Мека на команду, есть Аквила, получается, Урн оф Шадос также имеется, есть Аегис. То есть, ну, по сути дела, готово все для того, чтобы просто идти и пытаться пронести там тир 2 товара. Не всем понятно, как Веги будут давать бой. Не всем понятно, как они все это дело будут пробивать. Герой толстый, мы это уже подчеркивали, под Меканзмом тем более. Одного Соник Вейва на АОЕ, к сожалению, не хватает. Ну вот посмотрим. Вот 15 минут, то, о чем говорил наш студия аналитики. И что дальше делать? Соло, ну Соло понимает, что скорее всего он здесь умер уже, да. Без Соура. Не отпустили. Не отпустили Соло. Снюков забирают, Соло погибает. 11-7, и Хоумы продолжают доминировать на этой карте. А, ну что, в миде боится No One куда-то выйти. На топе продолжает сплитить Паша, дают ему время. И это, кстати, ну, довольно неплохо для Паши, что мы видим, Шейкера-то уже догнал. А может быть, и БКБ успеет купить себя? Может быть, и успеет. Не так-то и много денег осталось. Кого-то сюда вытянуть, это уже будет хорошо. Вот Ланема видит нас Нордар, но не врывается на него. Что понимает, что толку, наверное, мало с этих... врывов. Ну да, но пока мы видим, что вот СФ сместился на топ, где-то часть команды Home, вот, в виде Абадон, например, на меди находится, остальные персонажи снизу, то есть они так немножечко в разных местах карты, поэтому для Веги Сквадрон, в принципе, довольно удобная ситуация для того, чтобы просто пофармить еще чуть-чуть. Ну, Ван купит сейчас себе БКБ, БКБ появится у Queen of Pain, вот тогда, возможно, будут разговоры уже. Ну, вот смоук снизу, и может что-то выйти, но если No One не слишком нагло намекнет, что он тут не один. Мак пошел, Мак ускоряется. Мак на сетевая, хорошо, стан, амплифай, Соник Вейв туда же, сетевая переживает, и Лэм врывается, подлоит тотем, и Хэслэм туда же, и Грипп залетает, ну не хватило, урону не хватило ведь. Ну как так, и бежать, теперь надо бежать, бежать, не подставляться ни в коем случае, есть слип, там от Сол нужно делать тэп-аут, там погоня за Нованом, тотем, есть Винтерскерс, Нован на развороте, неплохо Элевена оформил. Реквием не дает СФ, потому что далековато уже бежал противник. Слушай, а Сол здесь спался? Да, хорошо, что забрали хотя бы Шейкера, очень четко среагировала у нас Виверна, очень четко все мы отыграл, так было бы все плохо, ну действительно момент с прыжком на сетевая оказался очень неприятным, да. У него оказалось слишком много хп, слишком хороший левел для того, чтобы его убить первым левел ультимейтом Queen of Pain. Ну, что тут скажешь? Плохо. Ну да, не так приятно, потому что все-таки Вега сами инициировали этот замес. Они тратили ресурсы, они тратили смог, время. А Ихомы занимались тем, что фармили чужие леса и продолжают этим заниматься. Фактически еще и Тавр смысл. Да, ну, Паша БКБ так и не дособрал, понятное дело. Понадеялись мы на то, что, может быть, не будет стрелять ни в какие драки, все будет хорошо. Но, а с другой стороны, а подожди, Аегис у СФ? Или, да, Аегис у СФ. Аегис, так что все, в принципе, нормально. Ну, пошел опять в сплит Паша. Понимаю, что это самое верное решение на данный момент. Надо сплит-пушить Темпларка с БКБ. Ну вот, она успела. Да. Она успела. А вот Паше лучше бы придержать коней и не лезть больше в замесы. Не нужно это. Даже если Sonic Wave есть, это ничего не значит. Он первый уровень прокачки был, сейчас второго. В любом случае, этого пока недостаточно. Слишком большая проблема Шейкер. Я думаю, это понятно в данный момент. Ну вот сейчас, правда, для Темпларки уже не такая большая, как была. И если для Квапы, если Квапы тоже появится, будет все хорошо. Боже, Владмерс, как же они четко-то играют. Какие же нехорошие артефакты-то покупают. Не хоум. Ну прям все на команду, все на драку, все очень круто. Я, кстати, удивлен немножко, ну и ой, напали на КК, ночь успел включить и уйдет отсюда. Я удивлен немножко и нашей, и англоязычной аналитикой. Все просто в один голос говорили, что Вега, и англоязычные комментаторы, аналитики, все поставили на Вегу, и наши. Блин, я перед турниром еще в блоге писал, что Ихом для меня претендент вообще на топ-3. Да, они плохо там сыграли в группе, но, ну, это такое, одуплились, и все, и будут играть дальше на том же уровне, на уровне топ-2 Китая, и, ну, очень серьезно. Ну, тем более мы знаем, как китайские коллективы набирают по ходу турнира, то есть можно провалить старт, можно провалить групповую стадию, для Ихом лузера это провал, я считаю, ну, вот, на
в мейн-эвенте уже показывают, что играют они хорошо. Действительно, айтем-билды четкие, реализация каких-то там полученных бонусов у них тоже идет. Замечательно. Все, эндшотов настакали. Да, и очень быстро фармит это дело Луна. По-прежнему, да, Луна отстает и от СФа, и от Темпларки, но мы понимаем, что это после этих эндшотов-то приблизится очень серьезно. Так и ESF, и CTY, собственно, к No One. Остается там всего-навсего 500 голды тому же SF и 1500 Луне, для того, чтобы догнать же No One. Тут смок от Веги, сквадрон блинка нету, все, мы тяжело будет сделать, есть блинку мага, No One тоже без блинка с БКБ, Паша не дофармил, БКБ, не дофармил. И может быть хорошая встреча. И там смок от Ихомы, палит рано, маг палит, прыгает двоих, надо шейкера быстро сбрить. Шейкер просто уходит далеко и дает фиссуру, которая по магу, маг просто минус, без шансов. Да, мага разваливает, там СФ, правда, убила, что тоже, в принципе, неплохо. No One и БКБ заканчивается. Надо уходить. Надо сейчас уходить. Будет эклипс. А вот сейчас будет эклипс от Сетива. Идет погоня до конца. Сема, ультимейт, ребят. Ультимейт, Сема. Хорошо, хорошо. Хорошо. И Сему одного отдать. Да, нормально. Ультимейты шикарные от Семы, но вот без продолжения стороны тиммейтов. Это немножечко напрягает, потому что столько драк было, да, столько хороших винтерскерс, толку от них не так много. Вот в ту толпу, стоящую вчетвером, Паша, ультани, там, ну, минимум Луну бы сбрило точно. А там уже дело за темпларкой. Они все-таки, как ни крути, они стоят кружком. Ну, почти, собственно, с псиблейдов, там, двух-то, трех даже ты дамажишь, когда можно бьешь. Подобрать определенный угол, под которым ты там такой сплэш дашь, вот это вот, дэмэдж с мелда. Ну, коснется всех. Сема пока надежда команды. Опять-таки, хорошие ульты должны помочь. По деньгам мы видим уже 7500, по XP 6. Ну, продолжают Ехом набирать. Да, все больше и больше денег у них становится, все больше идет отрыв от противника. Вообще, вот да, действительно, это довольно верно подмечено, что Winter's Curse плюс удары от No One, вот именно эта комбинация двух героев, она позволит драться не только сейчас, но еще и в более поздней стадии игры. Потому что там Клопа все равно потеряет актуальность своих способностей. Sonic Wave — это все-таки дэмэдж фиксированный, там и Scream — то же самое. А то, что могут сделать Темпларка и Winter Wyvern с Winter's Curse, это подсчетам не поддается. Поэтому надеяться на это всегда стоит, даже если вдруг у Веги будет все намного ужаснее, чем сейчас. Вот блинка No One появляется, станет более он активным, агрессивным. Есть уже 16 уровень, неплохо. Ну, No One эту игру отыгрывает так, как бы он отыгрывал ее в любой другой момент, против любого другого соперника, то есть Темпларка, который идет на первом месте, Темпларка, который делает все, что от нее надо, это абсолютно понятно. Но вот только БКБ уже 9 секунд, да. А чем меньше БКБ, тем меньше в драке... Тем страшнее ЕС. Да, тем страшнее ЕС и все остальные, и Луна, и все. Ладно, смотри, выход пошел под смоками от Эхомов, зашли в чужие леса, никого там не обнаружили. Ну, промайковали в мид, и тоже тут уходит маг, чувствует почуяли, опасность. Почуяли. Вот он на БКБ на 24 минуте. Наконец-то, Паша! Хорош! По-мужски да. Доделал. Хэри Квапа, 7000 нетворса на 24 минуте, обошел шейкера, ну да, это действительно успех. Там волчонка, ты посмотри, взял CTY с доминатором, сейчас прибавка к урону и СФ, и Луне, и довольно серьезно они пробивают Тир-2, Глиф пока их останавливает, есть еще Винтерс Блад, которым можно откидываться, готовы давить, залетает No One с удара, Alt 11 пытается пробить, две тычки дал, маг залетел не очень удачно, стан не падает, то стан фета от ЕСа был хороший. Не нажимать сейчас БКБ, просто отогнать отсюда команду Ехоум надо, страшно сейчас должно быть шейкеру, в следующий раз мы понимаем, да, что форстап, конечно, есть, в следующий раз, может быть, тиммейт ты как-то кинут и догонят тебя все равно, Слардар допрыгнет. Ну, Вега дерутся. Вега показывает, что мы просто так не будем отдавать вам товара, что вот без боя вы, ребята, уходить отсюда не будете, это факт. Надо ли гнать сейчас противника? Большой вопрос. Опасно, очень опасно. Алда Левен на исходной позиции там, просто он ждет момента. Да, Левен, ну вот уходит сейчас к тиммейтам, все, тавр забрали и отбежали. Значит, минимум выполнили они, в принципе, без потерь тавр забрали, сейчас будут куда-то перегруппироваться и ломать еще что-то. У Веги есть возможность еще парочку минут, что вот чего-то еще подфармить. Что не хватает? Ну вот форстав Макси соберет, но это будет такой а-ля семи-суппорт Слардар, который ворвался и убежал без БКБшек всяких. Темпларка уже, в принципе, боец, теперь, наверное, будет выходить чистый урон. Ну вот Паша айтемы нужны. Все равно, конечно, от Паши будет очень многое зависеть в этой игре. Помощь нужна. Тауэр надо добирать, тут трэпа, тут же ее взрывает, ну, хорошо, задинаю Тауэр, No One слишком далеко пошел, No One. Будет лекарь слэм, утылый. Какая позиция, шейкер. Не видит его? Нет, все еще не видит, маг там летает рядом. Боже, как нагло играет Вега, они проигрывают вот 10 тысяч, вот так нагло играют, это, конечно...
Не, просто вот Eleven сейчас, если бы залетел, он там в троих и в крипов мог залететь. Вот АУЕ позволяло. Но это чудо, то, что Вега просто не попались под эту самую комбинацию. Но в итоге пока живут и отправляют свои леса, фармят. Конечно, вот еще стоит обратить внимание на Vision, который ставит FOM. Надо его убирать, Вега, потому что вы как прям на ладони противника, вас прекрасно видно. И вот эти вот выходы все из-под тир 2 тавера, из-под базы, все это читается. Да, они слишком простые на данный момент, и это понятно. Рошан появится очень скоро, но и Веге надо подраться на Рошане, опять-таки постараться троих, четверых зацепить на курсу и как-то вот там вот закомбинить. Можно, можно вернуться в эту игру. Появляется Рошан, тут же инфу дает Old Eleven, просто Eleven, боже, Old Eleven, это сбивает с толку немножечко. Old Eleven. Старый 11. Старый курица, старый 11. Да. Ну, no one забрал здесь инвиз. Там вообще как с Vision-то. Там гема, конечно, нету никакого. Там, кстати, вообще просветки нету. Поэтому ой, no one, если будет в инвизе, это очень качественно. А вот видно, видно сейчас игроков. И хом залетает. No one, Winter Scurs, Eleven можно убивать. Ланема очень быстро, Ланема очень быстро. Вот пошел ультимейт, гнать его. Трэпа сейчас будет. Маг хорошо остановил. И Ланема тоже надо быстренько здесь располовинить. Вот это очень хорошо. Вот это сейчас очень хорошо. Вард решил просто отличный вард, который видел этого ЕСа. Ворвались, уничтожили. Здорово. Минус два героя, самый неприятных, точнее, одного из самых неприятных они уничтожили этот ЕС. И теперь на Рошана. Быстренько, быстренько. Это очень хорошо, ты знаешь. Быстренько, и быстренько. Идет сюда иллюзия СФ, а главное не повестись на нее. Забили. Да ладно, это ничего страшного. Забили. Не успеют. Ну и не войдут, а сюда не пойдут. Ехом, ну слишком опасно. Без Шейкера, без Абадона. Это просто Unreal, да. Понимаете? Кстати, я обратил внимание, как долго убивали Абадона с Solar Crystal. Понимаю, что, блин, надо много дэмэджа Нулану. Да, МКБ это должен быть чуть ли не первый выбор, наверное, для Нулана. Даже не криты, мне кажется. Ну, хотя вот, ну, надо подумать. Смотря что будет там покупать Луна, 4500, матушка родная, откуда столько денег? Она там БКБ купила и тут же продала, да, по-моему? Да, я видел, что БКБ. Да, просто продала сразу. Сетевая решил, что, может быть, БКБ это не самый лучший выбор здесь. Ну, что, в принципе, ну, плевать на БКБ образно. Вообще всем, кроме стана Слардара, на БКБ просто пофиг. Ну, правильно? Да. Поэтому, да, не самое лучшее решение будет покупка именно сейчас БКБ. А, вообще, БКБ здесь нужно только для одной цели. Это чтобы под Winter's Curse ты не бил тиммейта, ну, да, и не убил, ну, его, да, к чертям. Поэтому покупают обычно. Слушай, а это было бы круто, если бы ты под Winter's Curse бил тиммейта, и еще глывы бы летали по другим, кто бьет твоего же тиммейта. Луна просто автобан. Меня просто не брали. Луна просто пятерых своих убивает, и такая стоит, ой, сорян. Упс, вот это вот, да. Что, немножко денег вернули ребята из Vega Squadron, было 10 тысяч, проигрывают сейчас около 6,5. По XP, кстати, вернулись до 2,5, так что, в принципе, все еще в игре, все еще в игре, и, ну, держится нормально. Но, опять-таки, тут дело вот одной ошибки. Ни в коем случае нельзя ошибаться, ни в коем случае нельзя сейчас делать какие-то непродуманные мувы, и надо работать над Vision. Вот тут я с тобой соглашусь. Ну что, темно в глазах команды Vega Squadron, они играют против Nightstalker, который скоро будет с Аганимом. Есть такой вариант. Но он сейчас пытается подбить тир 2, но Ван, конечно, прессингует, потому что есть Aegis, он ничего не боится. Так, есть стан, но Ван уходит на блинки. Хорошо, Мак! На развороте врубается стан, да, все друг друга поразбрасывали. Сема, хорошая, опять-таки, позиция. Стоят вместе ехо. Пытается Вега не стоять вместе. Все-таки Шейкер в игре, не забываем. Шейкер с ультимейтом, Шейкер с блинком, с форстафом и с дабл дэмэджем. Надо осторожнее быть. Там смотрел лолчикин, оказывается, блинк-дагер. Ничего себе. Вот это айтем билд. Да, и вот пошла по Сёма. Сёма поймал. Хорошо, Eleven убивает моментально. Ульт хороший от Квапы. Надо забить сейчас на Абадона, постараться убить СФа. СФа пилят. СФа пилит. No one. Хорошо, есть вовремя сейв. Но у него две жизни, не забываем. No one. Вот вторая жизнь сейчас будет. Там БКБ подсканчивается. Соло принял удар на себя. И сейчас появится No one. Нужна хелпа. Пошел ультимейт сетевая. Уходит. Вега на хайграунд. Мага остался. Маг форстав. Нейтралы. Жить, Андрюша, жить. Но Найтсталкер добирает его. И No one. Ну, а Винтер верно сможет ли у тебя делать? Да, два в один, и Аэгис. Не тот размен, что нужен был. Конечно, запустили ЕСа. Слишком далеко стоял Шейкер. Чуть-чуть бы ближе, чтобы хотя бы еще кого-то из тиммейтов зацепить. Вот этот вот момент, когда они проигрывают и пытаются вылезти за счет вот две своих способностей. Да, то есть Темпларка убивает смел там и с ударов с руки, и плюс Винтер Скерс. Если что-то из этого вкастовано не так, если бы Темпларка где-то оказалась под фокусом, или Винтер Скерс неудачный, уже не работает, уже драка проигрывается. Потому что мы видели опять Sonic Wave, который вообще не почувствовали их хом. И это проблема.
Так что только идеальный расклад, только вот эта самая теория идеального замеса, да, и да, вот она да, пока да. не проканала. Demon Edge, там, кстати говоря, покупает себе темпларочка, ну вот возвращаясь к вопросу о том, что же лучше, криты или все-таки МКБ, ну тут, наверное, очевидно, что это МКБ. Ну, во-первых, это, конечно же, Solar Crest, это самая большая головная боль, во-вторых, мы знаем, что и Луна, и SF, они все-таки любители покупать бабочки, то есть на будущее МКБ может пригодиться. Ну и вообще считается, что МКБ по ДПС это лучше, чем криты. А Луна, кстати, будет себе приобретать Кирасу. Вот такая вот у нас Луна, то есть в принципе нравится мне такая Луна сетевая, Доминатор, Монта. Ну, это все здорово, то есть они знают, что единственный урон, который в них залетает, это физ урон, да, исключительно, от темпларочки да. под дезолятором. Единственное, что может спасти в этой ситуации, это побольше брони. То есть на команду купить Шиву, купить Владмир уже есть, купить Ассалт Кирас. И, пожалуйста, какой-никакой, ну, сейф, скажем так. Как-то резистит физический урон они будут, это здорово. Да, ну что ж, Шейкер отправляется на свое заслуженное 7-е место по нетворсам, ну, наконец-то. А тут уже МКБ. Но по-прежнему No One имеет преимущество в 1000 над Луной, в 3000 над СФом. То есть Темпларка по-прежнему самый сильный герой на карте. Немножко отстает Паша, как и всю игру отставал, так и сейчас отстает. Но, по крайней мере, если вынесет Silence, это, кстати, уже, ну, неплохо. И хотя бы Абадону, то, кстати, нечем себя Silence-то сбросить. И вообще нечем. Если Абадона засайленсить, он же вообще ничего не сделает в драке. Стардар, куда? Куда, Андрей? Боже, больно. У Чикина БКБ, кто будет включать? Ребята, боже! Шейкер ультует, мага просто раскрошила на запчасти. Квапа ульт, такой навстречу. Соник Лейв, да, и там есть мега. Винтерскерс на СФ, СФ! Добить убьет. Надо, СФ! Добить, ну СФ, да ладно! Живет, боже, 100 ХП. 100 ХП. Как так? Ну опять Винтерскерс без продолжения. Сколько же это будет повторяться? И там Сёма убивает под вардом. Сёму. Под вардом видно его. А, и гем выпал еще. Черт. А. Ну как так? Ну почему? Почему Винтерскерс и нет ничего в Винтерскерс? Ну почему так происходит? Сколько раз уже? Ну потрясающий Винтерскерс. Слишком далеко пошел маг. И опять-таки ультимейт квапы, в принципе, навстречу был дан хороший, с расчетом, что все уйдут, но уже все потрачено, и потом Винтерскерс, и сейчас надо, наверное, мид отдавать. Так, а что у нас? Нет Слардара, нет Винтерверна, оба без байбека. Но там Слардар сейчас появится за время действия Клиффа, скоро будет. А что здесь делает Соло? Соло, сейчас начнут летать вот эти бимы от Луны, и уже летают сейчас по баракам, и это будет очень неприятно. Ну вот, боятся. По сейвове сыграли, тир 3 снесли, драку выиграли, отойти. И отпушит то, что там напушил сверху Queen of Pain там была или кто. Или там парочка. А, неважно. В общем-то, покупает себе Assault Keras Луна. Вот что непонятно. Непонятно, как они полетели вот так вперед. То есть Лардарт Клопа понятно, они очень быстрые. Темпларка тоже с блинком. Но вот у Винтервиверны блинка нет. А если бы туда же залетел еще и товарищ Сём The Slayer, сразу все это бы как-то противника подфокусировал еще на дополнительных там 3 секунды. И, может быть, все получилось. То, что надо подождать своих тиммейтов. Вот в чем самая главная проблема была предыдущего файта. Не надо врываться вдвоем, когда у вас Винтерверна не рядышком. Да, ну и внезапно Луна догоняет Темпларку. Ой-ой-ой-ой. Так, ну что же, No One у нас на топе продолжает отпушивать линию. 2300 у него голды, радуется жизни No One, но уже не так все радостно. Тут ДД валяется, его нельзя отдавать врагу. Быстренько схватить кому-нибудь. Мак, хоть ты забери. Мак его не видит пока. Ну и Хомы тоже, да, не особо пока читают. Момент. Ну все, что-то Рошана. Скоро, да, ну и время еще есть. Квапа с Сайленсом, ну а что она? Она не может подойти даже сюда, под эту Луну уже. Луна 19 левел, и, ну, ДД сменилась на Баунти. Баунти уже можно, наверное, кому-то отдать. Там уже все сетевая, что ли. Уже кому-то более полезным. Нравится мне Левен, купил он себе Госкептор. Прекрасно понимает, что является его самым страшным сном в этой игре. Это та самая темпларочка, которая врывается двух ударов и его убивает. Вообще, и такие госкепторы, я думаю, впоследствии появятся Абадона. Может быть, это будет даже Heaven's Hellbear, чтобы темпларку да, контрить. Абадон, как же он будет жить? Ну, это я не знаю, как сейчас врываться, потому что появляется Аганим у нас у Найтсталкера, и Вижн у команды Вега сейчас во время драк будет, ну, вы сами понимаете, что видно будет, ну, очень плохо. Но он на топе должен забрать вышку. Есть Глиф. Нет, СФ подходит, все-таки не дают No One на халяву ничего сделать. 3000 у него. Пошел Кристаллис. Еще урон, побольше урона. Ну, он сам, в принципе,
в основном инициирует, под фокус он редко попадает, поэтому его рефракшена плюс 1070 хп хватает вполне. Плюс пытающий на силу можно переключить, плюс есть БКБ. Так что вполне себе такой живучий у нас там парочка. Да. Можно дэмэдж уходить. Соло тем временем собирает Владмирс. Отличное решение от Соло. Понимает, что, скорее всего, от мага тут не дождешься Владмирса. Маг БКБ очень хочет себе. И вот будет помогать. Будет помогать команде. Ну что, ждем появления следующего Раша, но там стоит трэп, поэтому Вега Сквадрон всегда будут знать о том, когда этот Рашан появится. Ну а их умы решают просто прочистить карту. Ну это тот самый стандартный момент, когда на Найтсталкере появляется одновременно и гем, который дружелюбно подарили Вега Сквадрон, и агоним, который нафармил сам. В итоге сейчас бегаешь, все варды поснимаешь, оставляешь без вижена противника, убиваешь в том числе и трэпы, и вот сейчас Вега Сквадрон совсем уж остались без какого-то внимания на карту, что ли, вообще ничего не видит. Но вообще главное не подставиться, потому что там уже заходит луна. Да, тут каждый момент игры главное не подставиться, да, с иллюзиями. Мноуан пока справляется с двух ударов, так что пока это не проблема, скажем так. Там же скоро сатаник луны появится, это же вообще будет жуть жуткое. Под Владмирсом, под Доминатором, с Мантой, с Кирасой, луна прям такая бронебойная, получается 3-7 армора. Сами понимаете, все. Причем бьет она одного, а умирают почему-то соседи, да. И это действительно очень неприятно. Вот смог атак от Вега Сквадрон, как же важно сейчас очень хорошо синицировать и хорошо напасть. Вот, например, Кака стоит довольно далеко от своей команды, но он уже убегает, да, он все прекрасно увидит. Знает. Они все видит. Увидят, конечно. Маг ускоряется под спринтом, маг. Надо на шейкера. ВСФа пошел, ВСФа стан. Что ну, дальше? А что дальше? А дальше, если не будет ультимейта от Соло, то Соло пошел ультимейт и курса одновременно. Ну да ладно, ребят. ВСФа забрали неплохо. Что дальше уходит Паша ушел из-за живой, кстати, шейки. Минус Соло, минус Темплар Ассасин. И Мага тоже Эклипсом зацепила. Это минус 3, даблкил делает сетевай. Сему, конечно же, никто отсюда не отпустит. Главное, чтобы смогла уйти Квапа. Ну, Квапа с самого начала драки там уже ушла. Да, тут минус 4 делает Яхоум. Ну и... Хватило БКБшек, хватило фокуса только на СФа. Все потратили на него, и как только все закончилось, Eleven сказал веское слово вместе с сетеваем своим Эклипсом. Да, падать будет сейчас бараки у нас в миде. Есть байбека на Уана, нет байбека у Мага. Сразу на нижнюю сторону должны пойти Яхоум. Тут вот какая проблема, что даже если появится суппорт, они будут без своих ультимейтов. То есть как прогнать противника, не совсем понятно. Да, это абсолютно ясно. Ну и побежал уже сетевай на низ. Сейчас как раз закончится глиф. Ну и смогут ли еще Вега что-то здесь придумать. Падает один барак, второй там крипы донесут. Ну и нижний линия будет байбек. Ну и да, действительно нет саппортов. Ну два ультимейта были заюзаны в одну цель. Ну, нижнюю линию сохранили, и на том, можно сказать, спасибо противнику, что вот так вот их, можно сказать, простили за такую ошибку в драке. В итоге только мид-линия потеряна, да пока еще, в принципе, ситуация играбельная, потому что 39-я минута, потерять только один лейн, это медовой, это не так уж страшно. Страшно вот будет, когда Ихом и Аекис возьмут сыром, а тогда будет очень страшно. Они уже там, они уже Рошана пробивают. Ну, понятное дело, что даже если сейчас смог завязает Вега Сквадрон, они все равно без ультимативных способностей. Вот у Паши, например, нет. И в итоге подраться да, не смогли. Да, там делать было бы нечего, они бы просто физически бы сюда не успели, и это факт. Ну что, сыр, Аегис у нас у Shadow Fiend'а, сыр достался у нас, конечно же, сетеваю. После последнего хорошо проведенного файта прибавилось денег и хомы. Сейчас торжественно будут заходить на нижнюю линию. Торжественно. Ну а как еще заходить на линию, когда у вас есть все, и вы готовы драться? Торжественно, с высоко поднятым подбородком, да, расправив плечи. Да. Ну что же, последняя битва сейчас, скорее всего, нас ждет. Посмотрим, что с этого выйдет. 200 дэмэджа у Сэфа под инфиблом 4-го левела, 2-го, извините, левела. Слип, так, Слардар еще подсвечивает. Ну, вот снизу плохо драться, да, потому что луна бьет действительно одну цель, а дэмэдж идет по 20, прыгает на луну. Да, отлично, сетевай, боже, ну он сюда же прыгает. БКБ, ну и как тут пошла еще курса в сетевая, ну что, один Нован будет его бить. Но он ребят. Даже не пробивает его вообще никак, но он просто падает. Это минус 2, Sonic Wave, который не наносит так практически никакого дэмэджа, и good game well played. Блестящее исполнение Яхомами, откровенно будем говорить. Яхомы отыграли очень-очень хорошо эту игру. К сожалению, в этой игре немножечко блекло смотрелся Паша на квапе, но вот всю игру ему немножко не хватало. Где-то левела, где-то кулдауна, где-то каких-то шмоток.
не поспевал он за темпом этой игры. Все это вследствие того, что, конечно, топ-линию они проиграли. Да, ну вот сетевая мы видим с чувством исполненного долга. 1-0, 1-0 сейчас становится в этой Best-of-3 серии. В лузерах на этот раз у нас не так, как вчера. Сегодня у нас играется в лузерах в формате Best-of-3, поэтому никто еще никуда не вылетел.